Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников Йохан Кристиан Клаузендаль. Родился в 1788 году в Бергене. Норвежский пейзажист, романтик и близкий друг Каспара Дэвида Фридриха. Я пользуюсь Википедией. С 1818 по 1857 год он жил в Дрездене. Был членом Академии искусств в Копенгагене. 1827 года в Стокгольме и Берлине. Отец Даля, Клаус Даль, был обыкновенным рыбаком и паромщиком. С 1803 по 1809 год изучал декоративное искусство в Бергене, Норвегии. В 1811 году поступил в Копенгагенскую академию художеств, где учился у Кристиана Августа Лоренсена. А в 1818 переехал в Дрезден. В 1820 женился на Эмиле фон Блок, дочери консерватора Генриха фон Блока. Вскоре жена умерла. В 1830 году Даль вновь женился на своей ученице Амалии фон Басевиц, которая также скончалась в конце 1830 года. У Даля было 5 детей, из которых только 2 дожили до младенческого возраста. Даль стал членом Дрезденской академии в 1820 году, а в 1824 профессором Дрезденской академии художеств. Летом 1820 года отправился в Италию на 10 месяцев по приглашению наследного принца Дании Кристиана Фредерика. В 1837 году Даль опубликовал иллюстрированный труд о норвежских церквях. На своей родине Даль сыграл важную роль в создании Национальной галереи Осло, а также в реставрации собора Нидарос в Тронхейме и крепости Бернхаус в Бергене. Умер 14 октября 1857 года, похоронен на Дрезденском кладбище. В мае 1834 его останки были перенесены на место его рождения, город Берген. Ну так вкратце, данных немного из Википедии о Йохане Кристиане Клаузе Даль, норвежском пейзажистом-романтиком. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.